Сейчас я хочу показать, как мы делаем чай по-индийски. Вот приблизительно на чашку, вот чуть больше, чем такая, надо взять пол чашки воды. Ну, где-то кто сколько любит сахара. У меня вообще индийцы любят сладкое. Я не очень люблю. Я прошу иногда сделать без сахара. Это вот мужу я практически ложечку сахара кладу. Ну и тоже чая. Где-то, наверное, пол. Вот так вот. И имбиря. Можно кусочек вот, ну, раза вот в 2-3 меньше, чем этот корень. Ну, так вот, как ноготь. Или ступки потолочь. Я сейчас использую терочку. Тру на мелкой терочке. Вот, корень имбиря свежего. Ну вот я тру прямо туда в чай, в эту кастрюльку, в которой буду делать чай. Обычно этого и хватает, Саши этого хватает, во всяком случае. Это он меня научил такой чай делать. Но иногда можно добавить вот это вот масала, смесь специй. Или добавить кардамончика, зелененький такой, семя, как наподобие тыквенного по размеру. И вот доводим это до кипения. Значит, ну, самый простой чай, который он обычно сам себе готовит, мне готовит, всем гостям готовит, и всем очень нравится. Вот пол чашки воды, ложечка песка, пол ложечки чая и чуть-чуть имбиря. Довести до кипения. Ну, когда уже так хорошо кипит, такое же количество, как воды, добавляем столько же молока. Ну, то бишь пол чашечки. И снова доводим до кипения. Ну, вот можно дать покипеть немножечко. Вот иногда они вот так вот. Я смотрела на улице, когда делают чай. Вот так поднимают. От газа убирают, опять опускают, убирают, опускают. Кстати, вот новый их премьер-министр Моди, который сейчас любим индийцами, он продавал в детстве на улице чай, он помогал папе. Опс! Ну и можно дать настояться где-то минутку. Я иногда даю, если есть время, я даю настояться. Ну или можно сразу так разлить. Просто имбирь отдаст больше запаха, если дать постоять немножечко. И через ситечко. Готово. Попробуйте, очень вкусно.